Трехсторонние договоренности лидеров Азербайджана, России и Армении, зафиксированные в их заявлениях от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в целом успешно реализуются. Как передает канал 13, об этом в интервью «Аргументы и факты» сказал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Это касается, в частности, устранения гуманитарных и социально-экономических последствий конфликта, разблокирования транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, добавил он. Как отметил Лавров, в зоне бывшего Нагорно-Карабахского конфликта с 30 января действует совместный с турецкими партнерами Центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий. Этот центр занимается мониторингом возможных нарушений исключительно методами визуального наблюдения, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.